Никак ищете чего? Да, могилу. Да у нас еще и помереть никто не успел. Вон и кладбища-то нету. Да давно это было. Впрочем, не так и давно, года 3 назад. Друга здесь похоронил. Друга. Стояли здесь огромные деревья. Кедр и ель. Вы не помните эти деревья? Срубили, видать, как поселок ставили. Ну, может, эти? Охотник. Целый день гуляет, и ему счастья нету. Да он и сам себя ругает. Как я мог быть? Эх, ну! Как я мог служить и дослужить? Эх, если бы веселому, то же не поехал охотник на теплые воды. Да где гуляла рыбка, да ой, приятной погоде. Там, на берегу, эх, ну! В этом году мне было поручено пройти район Шкотово в Уссурийском крае для того, чтобы сделать топографическую съемку этой местности. Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Иногда наоборот, горы кажутся угрюмыми, дикими. Чувство это не бывает личным. Оно всегда является общим для всех людей в отряде. Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь переночуем, а завтра найдем местечко повеселее. Ну что ж, остановимся здесь. Ночуем здесь.
Эта долина живо напоминала мне картину Вальпургиевой ночи. Ведьмы могли бы собираться здесь на свой шабаш. Как спускается кто? Медведь! Здравствуй, капитан. Ты глянь, и впрямь человек. А ты говоришь медведь. Хочешь ли поужинать с нами? Спасибо, капитан. Моя ошибка, хочу кушать. Сегодня ничего не кушай. Ты кто будешь-то? Китаец? Кореец? Моя. Гольд. Охотник? Моя все время на охоту ходить. Другой работы нету. А живешь где? Моя дома нету. Сопка живи. Лаган делай, спи. Как дома живи. А сегодня, видать, ничего не добыл? Сегодня дизюбри стреляй. Рана мало. Олень убегай. Моя догоняй. Люди след видал. Моя тихонько ходи. Думай, какой люди далеко с лобка ходи. Хорошо посмотри. Капитан есть, солдат есть. Тогда моя прямо приходи. Какой-то охотник колизюбре смазал.
А твоя? Всегда попадай. Мы люди военные. Нам мазать не положено. Твоя великая охотник. Все зверь постреляй. Нам кушать нечего. Эй, ты! Хватит языком болтать! Ладно, ладно. Вот. Теперь болтай, болтай. Меня Арсеньев зовут. А тебя как? Ты Сузала. А лет сколько? 100 Моя уже много-много живи. Семья есть? Все давно помирай. Раньше у меня жена была, сын и девчонка. Оспа, все люди кончай. Теперь моя один остался. Послушай, Дерсу, мы обследуем здешние места, хребты, перевалы, реки. Не пойдешь ли к нам в проводники? Моя, думай надо. Ладно, ладно. Ну что ж, подумай. А теперь спать давайте. На другой день Дерсу молча занял место впереди отряда. Здесь дорога есть. Что там? Эта дорога 2-3 дня раньше один люди ходи. Потом дождь ходи. Этот люди китайский. Чего это ты взял, а? Как ваше понимание это? Хорошо, посмотри. Китайский сапог носи. Вон, вода снизу стоит. Но-но. Ваши все равно как дети. Глаза видеть нету. Ваша тайга живи, сразу пропадай. Китайский. Пошли, пошли!
Наши скоро балаган найди. Откуда ты знаешь? Посмотри, кору сдирай, крышу делай. Прибитая дождем зола постели с травы, брошенный кусок китайской ткани, все подтверждало слова Дерсу. Несомненно, какой-то китаец ночевал здесь несколько дней назад. Видал? Капитан, рис, соль, спички, мало-мало давай. Зачем тебе? Рис, соль, спички, переста заверни, балаган оставляй. Уж не собираешься ли ты вернуться? Зачем вернуться? Другой люди приходи. Сухой дрова найди, кушай найди, пропадай нету. Алентьев, принеси сюда спички, рис, соль. Есть. Я был восхищен этим Гольдом. Он обладал удивительной проницательностью, выработанной всей его жизнью в тайге. К тому же у него была прекрасная душа. Он позаботился о человеке, которого не знал и, может быть, никогда не встретит.
Дерсу, подождем, пока дождь совсем пройдет. Пора собираться. Слушай хорошо. Чите петь начинай. Дождь скоро перестанет. Солнце выходит. Дерсо, а что такое солнце, ты знаешь? Солнце все знают. Разве твоя солнце никогда не видал? Если не видал, вон, посмотри. Капитан, это самые главные люди. Этот люди пропадай, все пропадай. А это другой главный люди. Это худой люди. Кричи. Послушай тебя. Кругом у тебя все люди. Посмотри, его все равно люди. Вода живой. О, вот это сказал. И огонь живой. А? Да, огонь все равно люди. Огонь сердись. Тайга много дней горит. Огонь сердись, страшно. Вода сердись, страшно. Ветер сердись, страшно. Огонь, вода, ветер. Три сильные люди. В этот день выпал первый снег. Зачем стрелять? Да мы для интереса. Отойди, Дерсу. Зря патрон тратить, худо. Почему зря? Мы стрелки упражняемся. Фу, дерись твою. Сейчас, Серега, перепил малость. Ну-ка, Тарас. Давай! Что за черт? Это еще поклеще, чем бить птицу в лед. Хорошо, стреляй, попадай. Вот-вот. На, давай, старик, попробуй, стрельни. Его стреляй, разбивайся. Зачем ломать? Тайга, где бутылка ноги? Да ладно тебе выворачиваться, скажи прямо, все равно не попадешь. Моя бутылка не стреляй, веревкой стреляй. Бутылка падай, меня отдавай. Веревку попадешь, давай попробуй. Бутылка твоя, туда еще водки налью. Давай, Марченко. Ну-ну, давай. Ай да старик. Ну что, Лентик, воткнули тебе перо. Собирайся, ребята, выступаем. Вот так вот.
Валя взяла. Ну-ка, давай, дай. Где Дерсу? А бог его знает. Сегодня Дук решил взять свою порцию водки и ушел куда-то. Да он возле речки сидит. А что он там делает? Да сидит у костра и поет. Захмелел, видно. Дай-ка заряжу. Так, давай. Ой-ой-ой-ой, ой. Можно посидеть с тобой, Дерсу? Капитан, вон там моя жена, дети умирают. Оспа. Все оспа боюсь. Жена, дети, дом. Все вместе сжигай. Моя прошлой ночь плохой сон видал. Худой юрта скоро совсем падай. В юрте жена, дети, все замерзали. Кушай нету, потому моя сюда приходи, все им давай. Вчера какой-то старые люди один ходили. Этот люди ночи не спит.
А как ты узнал? У костра свет нету, что люди спят. Откуда знаешь, что он старый? Молодой человек всегда носок ходит, а старик всегда наступай пятку. Через несколько дней я встретил этого старика-китайца. Его зовут Ли Цунбин, 64 года. Его дом Тяньтини. Как он попал сюда? Женщина был, брат забрал. Его гор ходи. 40 лет один все время живи. Спасибо. Назад. Сеньи, талоя. Сеньи, сеньи, сеньи. Спасибо. Холодало. Может быть, позвать старика к костру? Не надо, капитан. Не надо его мешать. Его сейчас много-много думай. Дом видит, сад видит, весь сад в цветах. Прощаться приходи. Его сейчас домой уходи. Циби, Лауто.
Конечная цель нашей экспедиции состояла в том, чтобы обследовать район озера Ханка. Нам предстояло пересечь обширные болота и бездорожье. Большую часть команды и лошадей я послал в Черниговку, а сам вместе с Дерсу, Алентьевым и Крушиновым направился к озеру на плоскодонке. Алентьев, оставайтесь здесь, располагайтесь. А мы с Дерсу пройдем дальше. Разгружайте. Капитан, наша скоро назад ходи. Моя мало-мало боится. До Ханки недалеко, ну а там долго задерживаться не будем. Хорошо, капитан. Твоя сам посмотри. Моя как ладно, так и ладно. Над ледяным простором озера стояла глубокая тишина. В этом молчании таилась какая-то угроза человеку. Капитан, надо быстро обратно ходи. Ветер наши следы заметает. Да-да, пойдем. Ничего, Дерсу. Ничего, сейчас мы узнаем, откуда пришли. Оттуда!
капитан. Наши здесь не было. Худо. Капитан, наша дорога теряет. Дорога туда. Только как пройти? Кругом вода. Капитан, солнце низко. Скоро ночь переходи. Ночь переходи, наши пропадай. Если бивак рядом, нас должны услышать. Придется заночевать здесь, Дерсу. Дальше идти опасно. Что будем делать? А? Капитан, слушай. Хорошо, слушай. Надо быстро работай. Наши хорошо работы нету. Наши пропадай. Что работай? Трава резай. Капитан, быстро работай! Быстро! Капитан!
Быстрее работай! Завывание ветра, я погрузился в темноту. Не знаю, сколько времени я проспал. Капитан! Капитан! Солнце вышло!
Только здесь я понял, что сделал Дерсу. Его смекалка спасла меня. Спасибо, Дерсу. Спасибо. Что бы я делал без тебя? Вместе ходим, вместе работай. Спасибо не надо. Это Алентьев. Дальше наш поход складывался тяжело. Пошли, пошли. Суровые морозы, усталость, голод. Слишком мал человек перед лицом великой природы. Вперед! Капитан, моя запах дыма ноги. У дыга рыба жарит. Спасибо. Капитан, завтра куда ходи? Дойдем до Черниговки. Там наш отряд дожидается. Ну и по железной дороге во Владивосток. Пойдем со мной.
В городе хорошо, удобно. А, Дерсо? Не, спасибо. Моя не могу. Чего моя город работает? На охоту ходи, нету. Соболь гоняй, тоже нету. Ну, дойди хотя бы со мной до станции, я там тебе раздобуду продовольствие, немного денег. Моя деньги, еда не надо. Капитан, моя теперь соболь искать. Соболь, все равно деньги. Ты что, Дерсо? Моя плохой люди. Ну-ну-ну. Капитан. Моя мало-мало патрон хоти. Есть о чем говорить. Алентьев, отдай все, что у нас осталось. Спасибо, капитан. А я завтра прямо ходи. Четыре солнца ходи, та убыха ходи. Потом улахе ходи. Потом Хуцин, моя слыхал, там много-много соболь есть. Олень тоже есть. Моя это слыхал. Кругом люди говорят. Теперь моя понимай. До свидания, военные люди. Бывай здоров, отец. Прощай, Дерсу. А вот свидимся когда-нибудь. До свидания, капитан. Ну что ж. Счастливо, Дерсу. Дай Бог тебе всего хорошего. Быть может, когда-нибудь встретимся. До свидания. А хороший он человек, а? Я таких еще не встречал. Редкий человек. Дай Бог ему здоровья. Охотник целый день гуляет, я мужчина.
счастья нету. Он и сам себя ругает. Как ему быть, эх, ну! Как ему служить, да служить, эх! Нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплые воды. Этой весной я снова отправился в путешествие по Уссурийскому краю.
3 месяца идем по тайге. Весна в тайге быстро сменилась летом. Мы обследовали обширный район. Но если бы у нас был Дерсу, мы успели бы сделать гораздо больше. Все это время я с волнением думал, что, может быть, снова встречу его. Где ты, Дерсу? Владимир Павлович, в 2 верстах отсюда я встретил охотника. Он все про отряд выспрашивал. Кто, мол, такие, кто капитан. Ты сказал ему? Как можно, ваше благородие. Мы военную тайну соблюдаем. Эх, Туртыгин, Туртыгин. Он там остался. Никак нет. Заторопился чего-то. Стал свою котомку собирать. Владимир Павлович, винтовку. А ну. Капитан! Здравствуй, капитан! Здравствуй! Здравствуй, Дерсу! Дорогой ты мой! А ты нисколько не изменился, Дерсу. Не изменился, не постарел. Ты, орел мой сизокрылый, где ты долго так летал? Ты, орел мой сизокрылый, где Ну, как жил ты эти годы? А? Много соболей добыл? Много. Деньги много получай. О, это хорошо. Только эти деньги все пропадай. Да что так? Богатый купец меня приглашал.
водка много. Моя деньги купцу отдал сохранить. Потом едут люди, нигде нету. Почему так? Моя не понимай. Густой туман окутал тайгу. Мы шли впереди отряда. Я был спокоен. Со мной теперь Дерсу. Дерсу, как ты думаешь, разгуляется погода? Разгуляется. Земля, сопка весь теперь потеет. Ничего, скоро совсем поправится. Что-то отряд замешкался. Пора в уши догнать нас. Подождем. Фу, моя трубку потерял. Моя, думаю, трубку тут близко есть. Надо назад ходить. Как моя трубка потерял? Или старый стал? Или моя голова худой стала. Смотри, капитан, это след Амба. Его сзади наши ходи. Когда наши сюда ходи, след на дороге не был. Его тут близко. Когда наши там остановились, он был здесь. Моя назад ходи, Амба, убегай. Ничего, капитан. Амба пошел шум никогда не делать. Извините, ваше благородие, опоздали. Две лошади в болоте завязаны. Дерсу, это твоя трубка? А что это было? Тигр где-то рядом. Ребята, осторожно! Тигр рядом! Спокойно! Спокойно давай! Давай, 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 давай! Опять Ампа наша след ходи! Сзади! Что нужно тебе, Ампа? Что ты хочешь? Наша дорога ходи! Тебе меша нету! Как твоя сзади ходи? Неужели в тайге места мало, Ампа?
Пошли! Почему остановились-то? Да вроде завал там. Дерсу, что это? Лудёва. Лудёва? А что это такое? Звери идут, к реке вода пьют. Лудёва хотят кругом обойти, яму падай. Звери ловят, шкуру продавай. Несколько человек за мной. Белоножкин, Загорский, Захаров, Бочкарёв, за мной. Осторожно. Капитан. Посмотри. Осмотрите другие ямы. Ваше благородие, там косуля и два оленя уже издохли. Ага. Паш, что там у тебя? Пока нашел две ямы, а в них одна дохлятина. А у тебя, Андрюха? Да я сам провалился. Вась! Оу! Ну что там? Да у меня тут целая живодерня. Кто это сделал? Худой китайцы это сделали. Почему люди его бросай, а ямы не засыпай? Звери зря убивать худо. Дайте сюда топоры и лопаты. Что случилось, Дерсу? Хунгуза, капитан! Хунгуза, моя рубашка дырка делай! Моя хунгузом дырка делай! Сколько их? 8. Туртыгин, 2 остаются здесь, остальные за мной.
Утекли, гады. Хунхузу плохой китаец. Плохой. Деньги укради. Шкура укради. Жена укради. Мужики убивай. Фу! Дерсу. Ваше благородие, вот. Дерсу. Холхозы три женщины воровали. Мужики куда дели? Моя не понимает. Туртыгин! Скорей сюда! Там комар, слепень много. Ночь вот такое лицо, тогда очень больно. Потом умирай. Хорошо, что наша и днем нашла. Очень, очень хорошо. Сей живой. Я бы этих хунхузов, ядрена шишка. Хунхузы! Это Джанбао? Хунхузы нету. Меня зовут Джанбао. Мы боремся с хунхузами. Арсеньев, мы обследуем здешние места. Здравствуйте. Здравствуйте. А женщин, как всегда, увели с собой. Хунхузы, туда ходи. Давай, быстро, быстро. Дерсу, успокойся. Им далеко не уйти. Ты присмотришь за ними? Тихо! Отряд, становись. В тех местах, где они разбойничали, нам сказали, что бандитов не более 10. Мы и сами справимся. Ну что ж, желаю удачи. До свидания. До свидания. Опасно, нет. Хунхузам уже конец. На первый взгляд... Эта река казалась тихой и спокойной. Часть команды с лошадьми я отправил вверх по течению искать брод, а сам с остальными людьми попытался переправиться на плоту. Встань сюда. Ну-ка. Подтягивай.
Давай оружие. Где шест? Шест! Шест бросай! Давай, давай! Мужики! По берегу! По берегу беги! Забегите вперед, вперед! Забеги вперед! Прыгай, капитан! Прыгай! Давай, давай! Ремни. Эти тоже пойдут. Слеги нужны. Руби! Держись, держись! Давай, 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 ребята, давай, скорее, скорее, скорее! Ну как ты там? Давай,
Взяли. Отпускай, отпускай потихоньку. Пошел, пошел, пошел. Взяли! Пошел! Пошел! Молодец! Дырсу, дырсу! Ты как медведь! А ну-ка! Лето кончай, капитан. Осень приходи. Так, хорошо. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Так, хорошо. Так. Угу. Приготовились. Внимание. Снимаю. Хорошо. Тортыгин. Иди сюда, теперь ты нас фотографируешь. Так. Вот здесь нажмешь, да? Самые радостные воспоминания о Дырсу связаны у меня с началом этой осени. Что это с ним? Амба. Уходи! Уходи! Thank you.
Что моя делай? Амбу убивай. Тигр убежал, он остался цел. Нет, амба всегда бежит, пока не умирай. Моя теперь шибко боится. Не бойся, Дерсу. Ничего тебе мертвый тигр не сделает. Конька сделает. Другую амбу посылай. Коньга — это лесной дух, которому поклоняются гольды. С этого дня Дерсу переменился, стал угрюмым и раздражительным. Что твоя делай? Этот знак говори, женщин здесь нету. Твоя ломай. Люди, женщин ищи. Зря работай. Твоя плохой люди. В чем был? Говорю, в реку сиганул. В чем был? А у меня случай был. Зачем мясо огонь кидал? Мясо огонь бросай, пропади. Завтра нашу уходи. Сюда другую людь приходи, мясо увидим, кушай. Да кто сюда придет? Как кто приходи? Кто? Барсук приходи. Росомаха приходи, ворона приходи, мышь приходи. Тайга разные люди есть. Добрый вечер, Дерсу! Здравия желаю, говорю! Осень в Уссурийском крае короткая. Сразу наступают холода. Я стал готовиться к зиме, распорядившись отправить всех коней и часть команды к заливу Ольги. Пахнет. Люди есть. Какие люди? Кабаны.
Ничего не чувствую. Дерсу, почему не стрелял? Моя не выдал. Почему моя каба не видал? Моя нос лучше видит, чем глаза. Тогда я не знал, что это маленькое происшествие было повесткой к трагическим событиям. Изюбр. Где капитан? Вон, под поваленным деревом. Попал? Нет. Ты разве не видел? Каждому случается разок-другой промахнуться, Дерсу. Почему моя не попадали?
капитан! Раньше моя всегда первой. Зверь посмотри. Стреляй всегда, попадай. Теперь попадай нету. Глаза худой. Как моя теперь тайга жри. Дерсу, пойдем со мной в Хабаровск. Мой дом, твой дом. Наступил Новый год. Странной была эта ночь. Амба, моя убивать приходи. Спасибо, капитан, спасибо. Что случилось, Дерсу? Капитан говорит, мой дом, твой дом. Спасибо, капитан. Пойдешь ко мне? Моя глаза худой стал. Конька больше не хочет, моя тайга живи. Амба, посылай. Ламба было призраком страха перед тайгой, призраком, который создало воображение одряхлевшего человека. Вот, послушай, Вова записал Дерсу. Ну-ка.
Капитан, сопка ходи, работай. Назад город ходи, за столом сиди, пищи, работай. Моя в городе работы нету. Огонь посмотри, далеко сок посмотри, и все. Верно, городская жизнь не по душе ему. Ничего, привыкнет. Вова, а Дерсу это слышал? Да. И что он сказал? Его говори верно, ни одно слово пропускай, нету. А он тебе часто рассказывает про тайгу? Да. Дерсу никого не боится, ни волка, ни кабана, ни медведей. Пурга и наводнение ему тоже нипочем. Знаешь, Дерсу Вовин герой. Он без ума от него. И я не раз был обязан ему жизнью. А Дерсу никогда не рассказывал об этом. Ну, это он считает обыкновенным делом. А большинство людей любят рассказывать об этом. И при этом сильно преувеличивают. Вот это люди. Моя всегда вместе много-много лет тайга ходи. Вот это медвежий зуб. И когти. А это когти рыси. Себе бери. Ты мне даришь? Да, маленький капитан. Правда? Как я рад. Это будет мой талисман. А тигриные когти у тебя нет? Ты что, не охотился на тигра? Нет, моя тигра, стреляй. Только тигра убивать худо. Почему? Очень. Очень худо. Возьмите. Спасибо. Ага. Зачем за вода деньги давай? В реке вода много есть. Зачем за вода деньги бери? Ты что? Ха, понимал бы чего. Твоя плохой люди. Да. Ты куда пошел? Стреляй. Не выдумывай. В городе нельзя стрелять. В стволе грязь много есть. Моя пуля стреляй, на речь идти. Потом тряпку вытирай, стреляй хорошо. В городе много народу, опасно. Моя люди не стреляй. Моя воздух стреляй. Все равно нельзя. Город это не сопка. Понимаешь? Понял?
Ну, как ты, Дерсу? М? А я здесь сиди, все равно как утка. Как можно, люди, ящики сидеть? В самом деле, неприглядная комната. Надо будет переклеить обои, устроить все поуютнее, а пока поживи-ка у меня в кабинете. Ничего, капитан. Моя на улице палатка делай и спи. Никому не мешай. Видишь ли, Дерсу, в городе это не положено. Почему? Худо? Ну, как бы тебе объяснить? Порядок такой. Порядок. Ружье стрелять нельзя. На улице спи нельзя. Моя совсем воздух не хватает. Что там опять? Понимаешь, он вчера видел, что я покупаю дрова, и страшно рассердился. И отправился в городской сад рубить дерево. Капитан, пожалуйста, отпусти меня с опки. Моя совсем не могу, город живи. Куда же ты пойдешь? Моя сопка ходи. Капитан, барыня. Маленький капитан. Все хорошие люди. Моя уходи худо. Только не могу жить в городе.
Вот возьми от меня в подарок ружье нового образца. Прицел хороший, легкий. Даже с плохим зрением не промахнешься. Да. Спасибо, капитан. Господин Арсеньев. Вы его знали? Мы были друзьями. О. Его звали Дерсу Узала. Дерсу Узала. Занятие. Охотник. Охотник. Странно. При нем не было оружия. Должно было быть. Винтовка новейшего образца. Нет, ничего не обнаружено. Только ваша визитная карточка. А, так теперь все ясно. Преступник хотел завладеть винтовкой, ну, и убил его. Готово, господин пристав. Земля мерзлая. Пришлось изрядно помучиться. Закапывайте. Теперь попрошу вас расписаться вот здесь. Прошу прощения, я человек занятой. Благодарю вас. Ну-с, позвольте откланяться.